Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра Last Day in Your Survival. Вставляем вилку, вставляем движок после бункера Альфа, это, который мы уже проходили. Вот мы на гуманитарном грузе, и нам еще один движок достается, вообще замечательно, круто. Все меньше и меньше движков нам нужно, скоро соберем, я так думаю. Ну, бензобак это другое дело. Так, сейчас его вставляем сразу. Наш чоппер, ой, перепутал, вот он, все, шикарно. Так, успел раздеть девушку на красной локации, забрать у нее ресурсы, они мне понадобятся для зачистки. Круто, везет. Нашел еще один пропуск. Так, после зачистки бункера, ой, красной локации, добыл просто кучу этих бревен, целых 15 стаков, то есть 300 бревен, да, можно еще больше выцепить. И остальное так понемножку, мелочь, но приятно. Как там пословица? Копейк рубль бережет, вроде бы так. Вот, сейчас надо его прогнать будет. Ой, ладно. Вау, он передумал, ну тогда лови салют. Так, Нукска, какой у тебя там топ-лут? Капец, топ-лут. Ну ладно, шипастый молот пока использую, но за антенну отдельное спасибо. Так, Маус. Смотрите, у него броня лучше. Ботинок нету, но броня лучше, и так еще разрушитель рук. А вот наконец-то он к нам подбежал. Сейчас, раз... Два. Эй, чувак, надо еще два раза тебя. Блин, хотя бы поделился лутом, что ли. Ну, разрушителем имею в виду. Было бы неплохо. Блин, я даже на кулаках такой грозный, меня боятся боты все. С кулаками я хожу. Хорошо, что только бегуны остались. Так, вот я зачистил... Правда, воняет, и оружия нет, но ничего, зато ресурсов добыл. Вон, 6 стаков, да? 6 стаков железной руды, 5 стаков известняка, 2 стака растительного волокна, это для веревок. И вот пару антенн с этим ресивером, или как он там называется. Я же говорил, что буду апгрейдить, но сегодня апгрейдить не буду, я буду сегодня восстанавливать ущерб, полученный от орды зомби. Эх, с этим мучиться придется, да? Так, забыл еще комнату проапгрейдить. Ресурсы брал только для внешних стен. Сейчас внутри сейчас поставим. Вот, 4 на одну больше, чем нужно. И нам нужны обычные стенки. Так. Раз, два, три. Все, шикарно. Восстановились. На красной локации попался громила. Это уже другая красная локация, но снова громила. Я все-таки... Все-таки психанул и ушел. Вот, домой бегу, долбанный громила, мешает вообще. Так, мне не хватает кожи для здания рейдеров. Она все-таки у меня, оказывается, была. Была она у меня, получается, на почте. Сейчас мы по-маленькому сходим, все. Руки быстренько помыли, с рейдером подошли, начинаем выполнять задание. Еще надо будет 15 кольев. Так, вроде бы сегодня будет рейд, да? Так, создать военный бронежилет. Окей, создать. Военные штаны изучить. Окей, создать. И последние ботинки. Вообще шикарно. Сейчас рейд скоро будет. Если ждете, напишите в комментариях. Убиваем бота с глок 17. С глоком 17. Ай-яй-яй, у него глок поломан. Ну ладно, броня у него неплохая. Можно будет в рейдерскую проапгрейдить и бункер альфа защищать. Было бы неплохо, да? Шикарно. Так, тут еще самопалом чувак. Ну ничего, мы убили. Я думал, что ТЗшка на нас побежит. ТТшка. Ладно, самопал неплохо. Сейчас самопалом побегу, поприкалываюсь. Самопал убил чувака с блок 17, но он без брони, как я, в принципе, был. Так, забрали. Так, надо все-таки самопал забрать. Самопалом побегать надо. Все, зачистил локацию, добыл ресурсы для кольев. Мне веревки просто жутко не хватало. Ну и бревен немного, да. Надо было 150 того и того. И веревок, и бревен. Нажимаем войти. Так, все. Сразу ставим это все дело на переработку. Надо как можно быстрее, чтобы это все было. У нас в кармане уже. Все, шикарно. Остается только ждать. Без проблем. Ох, ты же гуманитарный груз.
Так, успеем, не успеем? Я вижу, там зомбак идет просто. Да не, успеем. Я так думаю, что успеем. И какой лут мы вытащим? Так, последние три веревочки, все шикарно. Так, надо идти, идти. Ну. Так, надо нам, получается, 7,5 стаков, это 150. Для 15 кольев, да. 7,5 вот есть. И теперь надо еще бревен, чтобы 7,5 было. Тоже 150. Так, по 2 стака убираем, и этот разделить и убрать половинку. Все шикарно. Сейчас остается нам, что, металлолом, да? Так, а где металлолом? Так, вроде бы тут нету. А, вот он. Все, забираем. Так, 12, еще 18 надо. 30 надо всего. О, 22. Забираем до конца. Все шикарно. Сейчас будем апгрейдить. Наверное, по мелочи будем для начала, да? Так, вот сами задания, 15, да? Давайте по мелочи. Мне кажется, инвентаря не хватит, но посмотрим. Так, 3 создали и начинаем их расставлять. Так, мебель. И ставить я буду обратной стороной, чтобы там зверюшки не страдали, я не спотыкался. Спотыкался, капец. Гениально. Так. Поставить надо вот так вот. Ну, заодно и рейдерам, игрокам, которые нас будут рейдить, я думаю, будет посложнее зомбаков убивать наших. Вот, по сути дела, это не влияет нас вроде бы как. Даже боты рейдят. Ладно. Еще создать. Создаем. Все это ничего осталось. Последнее задание рейдеров. Ух, скоро рейдить будем вообще. Как-то с рейдом я этим затянулся вообще, да? Жутко затянул. Мог бы гораздо раньше. Ну, базу хоть какую-то построил, по сути дела. Да и времени просто не было. Учеба была. Приоритет на нее я отдавал. Так, все, немножко осталось. И там, мне кажется, дерево нам помешает поставить. Да, мешается оно. Так, поставить. Ай-яй-яй, вроде бы неправильно поставил. Хотя фиг его знает. А вот эту точно неправильно, надо поменять будет. Так, повернем. Все, шикарно. И зачем я ее сейчас вертел? Все. В принципе, все на этом, да? Если вам понравилось видео. Такой формат, не знаю. Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Одер. Увидимся в новых видео. Bye-bye.